Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня мы посмотрим видео «Время и стекло. Тролль. Пародия». Прислал мне это видео подписчик. Ну, давайте посмотрим. Набрал ролик много просмотров, так-то. Видимо, очень крутой, я думаю, клип. Это Месси И. Это Месси. Ну, я, по-моему, оригинал смотрел. Время и тролль. В гараже стоят машины. Там, где Мазерати, Ламборджини. Про меня снимают фильмы, и на боссах мое имя. Бить с тобой. Нам штрафные не бить с тобой. Ты малой, ты пробник мой. Ты вообще, кажуть, голубой. Интересно, где они снимают? На стадионе каком-то? В униформе я не буду с тобой. Барселона еще не то знают люди. Ты Кристина уже пешная той. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль. Хотя можно было и на хромакее все это сделать. В принципе. Самооцінкою парніша. І не тільки з нею, як казала твоя бивша. І ніколи нам не бить з тобою, бить з тобою. Нам пенальті не бить з тобою. Ти второй, завжди второй. Но золотой мячик снова мой. В одной команде я с тобой не буду. В одній формі я не буду з тобою. Барселона ще не то знают люди. Ти Кристина вже теж не той. Уровень постоянно мой выше все. Каждый день молодежь дышит мне в плечо. Ну, придумано неплохо. Офигенная проблема, я король футбола. Скорее королева. Но почему вот так у нас с тобой? Согласен, надо бы кончать этот бой. Интересно, почему они звутся не говорят? Только ты меня не тролль. Ты меня не тролль тоже. А, типа друга троллят. Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Я с тобой не буду, в одной форме я не буду с тобой. Барселона еще не то знают люди, ты Кристина же пешная той. Подпишись. А, они украинцы, да? Короче, разбирайтесь сами, я пришла. Стой, не тыкай. Может, они еще не подписались? А, извини. Подписывайся на наш канал, четки паца. Так подожди, на мой канал Куба Ибра тоже надо подписаться. Не, ну да, да, конечно. Да. Ну, придумано неплохо, в принципе. Понятно, почему так много просмотров. В принципе, интересно. Пересмотрел 100 раз, класс. Пацаны очень похожи на Рональдо и Месси. Ну да. Ну, в принципе, мне понравился ролик. А вы что думаете? Понравился сам ролик или нет? Напишите ниже в комментариях под видео. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.